Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Послание апостола Павла к Коринфянам 2, глава 13, последняя, стих 13, последний. Такими словами обычно всегда заканчивал свои эпистолии, то есть послания, святой апостол Павел. Эти слова и включены в канон Евхаристии. Сегодня мы слушаем заключительную часть «Милость мира номер один» Старорусского. Тебе поем. Мы послушали, братья и сестры, последнюю часть «Милость мира номер один» Старорусского «Тебе поем». А на прощание, прежде чем попрощаться с вами, я хотел бы исполнить тропарь святому великомученику и целителю Пантелеймону, которого все верующие очень и очень почитают. Сегодня день его памяти. Страсто терпче святы и целебниче Пантелеймоне, моли милостивого Бога, да прегрешение оставление удаст душам мною. Храни вас Господь. Всего доброго. До завтра. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. 11 августа. Зал Третьяковской галереи. Концерт в преддверии Успенского поста, посвящен земной жизни Пресвятой Богородицы. Песнопение в честь Богородицы и песнопение праздника Успения. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае.
тоже в преддверии Рождественского поста, песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения, и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.